Здрасте, милые ребята, пионеры октябрята, мои старые друзья. А почему старые? Пожалуй, вернее будет. Мои юные друзья, так? Да! Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла. Было это давным-предавно. В стороне нашей светлой лесной жил олень, золотые рога. Огонь, вода и медные трубы. Кому волшебные сказки не любы? Да только название этой сказки очень трудно понять без подсказки. Что за огонь и что за вода, это каждый поймет без труда. Вот к чему бы медные трубы? И что это за трубы? Водопроводные, самоварные или же пароходные? Я бы вам объяснила название, насколько позволит образование. Да тут и не нужно большого ума. Пусть лучше сказка расскажет сама. Жили-были старик со старухой, и были у них две дочки, Настенька Старикова, Марфушка Старухина. Гости ели, гости пили, даже козочки налили в миску сладкой варенец. Тут и сказки всей конец. И я там была, мед, пиво пила, и невеста у места, и жених молодец. Тут и сказки. Как мечталось, так и сталось. А еще мне сказать осталось. До свидания. Спасибо за внимание. Вот тут и сказки.